Всем привет! Давайте в этом видео сделаем американскую сладость. Посмотрим, как получится с видео итальянца или испанца. Ну, поехали. Открываем в Tools вот этот вот кружочек и заходим в Initialize. Жмем по Z, смотрим сетку. Что-то у нас тут вот так вот. Выравниваем. Отключаем. Жмем теперь Ctrl. Выделяем вот так вот вверх. Так вот. И теперь надо вот это уменьшить Alt-ом, левой кнопкой мыши и Move. Вот эту часть. Так, пардон, нажмем Make Polymesh. Нажмем опять вот так вот маскирование. Жмем теперь Move. И вот так вот опускаем ее вниз. Вот эту часть. Так. Жмем Ctrl-Shift. Пробел и вот так вот альтом. И здесь также отрезаем. Так. Нажмем геометрию вот эту и нажмем Del Hidden. Удалим то, что мы скрыли. Теперь давайте нажмем The Brush, The Modelier. И теперь жмем пробел, жмем Close, Convex Hull. И попробуем это все дело закрыть. Вот так вот. И ведем ее вот так, чтобы у нас вот, когда мы вводим, у нас кольца прибавляются. Вот одно кольцо оставим вот так вот. Так, закрыли. И давайте то же самое проделаем с нижней частью. Так. И опять вот так вот ее закроем. Так. Вот что у нас получилось. Давайте теперь Ctrl-W. Назначим одну полигруппу. И теперь нам нужно опять же с Z-модельером поработать. Вот выделяем вот так. Вот ребро вот это выбираем. Жмем Insert и жмем Multiple Edge Loop вот эту. И попробуем. Вот так вот назначить полигруппы. Так. Что у нас тут получилось? Ctrl-Z. Надо вот это вот удалить. Так. Delete. Edge. Вот так удалим. И теперь нажмем. Так, что у нас тут? Ничего не исчезло. Так, и теперь давайте уменьшим ее чуть-чуть. И нажмем вот так вот на ребро, пробел, insert, multiply edge loop. И вот так вот назначим еще полигруппы. Вот так вот. Теперь жмем Ctrl-W, назначаем одну полигруппу. И теперь надо нам вот эти вот то, что мы закрыли, выделить в отдельные полигруппы. Так, как это будем делать? Вот так вот выравниваем и Ctrl Shift выделяем. И назначаем полигруппу. Вот так вот. Вот такое у нас что-то получается. Теперь сбрасываем
И теперь давайте еще верхнюю назначим. Выравниваем Shift. И вот так вот ее чуть-чуть выровняем, чтобы поймать. И вот так попробуем. Ctrl выделим. Не вся выделилась. Ctrl-Z нажмем. И вот так вот попробуем выделить. И опять Ctrl-W. Так, теперь все это у нас вот так вот получилось. Что нам теперь нужно сделать? Давайте зайдем в The Plugin. Найдем UV Master и нажмем Polygroup, вот эту, и жмем UV Wrap. Сейчас он прогонит у нас. Так, все прогнало. Так, давайте теперь посмотрим UV Map, развертку. Вот такая у нас разверточка получилась. Так. И теперь посмотрим Surface. Вот зайдем в Surface, нажмем Noise, нажмем Noise Plug, вот этот. Зайдем в спирали, вот она. И вот эту часть чуть прибавим, так, до сюда где-то. Жмем OK. Теперь жмем UV. Так, эту... Mix Basic уменьшаем. Жмем красный цвет. Так. И вот так вот можно поиграться. Вот что-то такое у нас получается. Теперь давайте зайдем в Edit. И вот эту вот спираль Rate ротационная. Чуть-чуть прибавим. Жмем опять ОК. И вот так вот ее сделаем. Вот такая у нас получилась вещь. Так, что еще можно сделать здесь? Вот эту прибавим часть. Так. Color до конца. И вот эту тоже можно уменьшить. Вот так вот. Вот такая сладость у нас получилась. Можно поменять вот так вот цветовую гамму. И посмотрим UV Map. Вот такая развертка у нас получилась. Прикольная. Все, всем пока, до свидания.